Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по FinTrade Center. Как и обещала, записываю видео по выводу. Прошло 48 часов и денежка поступила мне на кошелек. Вот 3 часа назад, 7.20, 3.01.2020 года. Вот их кошелек, 7.20, комментария здесь нет. Переходим на Pair кошелек. Дата операции 3 января 2020 год. Перевод выполнен. Сумма получения 7.20 долларов. 7 долларов 20 центов. Далее что? Значит, хочу показать в режиме онлайн, как я буду выполнять задание. Нажимаю «Карьера». Друзья, абсолютно без вложений я здесь зарабатываю. Делаю еженедельные задачи, выполняю, и мне начисляют бонус. Как набирается 50 долларов, я покупаю робота, и мне идет как бы процент с этих 50 долларов. Значит, смотрите, вот здесь мои задачи я выполнила. Группа присоединилась, FinTrade Center, опубликовать пост приглашения. Далее записать видеоролик и опубликовать его в соцсетях. Мне вот 3 доллара. Далее опубликовать видео в соцсетях. И наконец-таки я его выполнила. Его нужно было, оказывается, скачать на свой канал YouTube, что я вчера сделала. Ну и все, что в описании сделано, как бы, и опубликовать. Далее что сегодня буду делать? Опубликовать в социальных сетях пост на тему выплаты. Дают бонус 1 доллар. Так, секундочку, сейчас я рекламу свою закрою. Нажимаю на плюсик. И что они пишут? Читаем очень внимательно. Если мы неправильно сделаем, нам ничего, бонус мы не получим. Опубликовать пост в социальных сетях с приложением скрина фото полученной прибыли, выплаты на кошелек. В начале поста необходимо написать конструктивный отзыв, минимум одно предложение с призывом присоединиться к FinTrade Center. В конце текста обязательно укажите хэштеги. Вот эти хэштеги нужно будет скопировать. И далее ваша страница в соцсетях должна иметь не менее 100 друзей. Ну, вот это мы как бы читаем. И страничка должна быть в соцсетях открытой. Значит, и что я здесь написала уже? FinTrade Center платит. Приглашаем его вывод 7.20. Выполняя задание и зарабатываю без вложений. Я это, друзья, все копирую. Иду на страничку Facebook. Также можно выполнять задания таким же образом. И на страничке ВКонтакте сюда вставляю свой текст. Так, подождите картинку. Так, картинка надо. Фото. Сейчас я фото загружу. Потому что нужно еще скрин сделать. Я скрин уже сделала. Сейчас у меня загрузится. Так, ищем скрин. Вот FinTrade Center, мое фото. Вот оно, сейчас оно загрузится, загрузилось. Так, все, хэштеги, ссылочка на регистрацию. Нажимаю опубликовать. И все, вот мое фото, скрин. Ставлю «Нравится» своему посту, обязательно там условия. Далее нажимаю вот сюда «Только что». И я отправляю, копирую. Так, сейчас мы это все скопируем. Иду сюда и вставить ссылку. Вставляю сюда ссылочку. И далее я нажимаю, я выполнил задание. Все, задание
отправлена на модерацию. И как проверят мое задание, мне начислят $1. В данном моменте выбила меня из системы. Вот. Сейчас я зайду обратно и покажу, как переводить денежки на баланс. Логин. Вот у меня на балансе сейчас бонусных $21.16. Когда у меня будет $50, я опять куплю робота. Ставим русский язык. Так, мои роботы. Даже если сейчас не дают бонус $100, все равно можно выполнять без вложений задачи и зарабатывать без вложения. Смотрите, вот здесь у меня в прошлый раз я уже собрала, здесь у меня этого не было. И вот у меня накапало уже после того, как я вывела 10 долларов минимум, $3 комиссии. У меня вот на балансе $13. Я вот нажимаю сюда получить, и сейчас у меня денежка вот сюда перейдет на текущий счет. Получить. И сейчас страничка обновится. Все, средства зачислены. И вот у меня текущий счет. Это уже текущий счет идет на вывод. Бонусные мы выводить не можем. За бонусные мы только покупаем робота. Вот у меня один куплен. Как будет еще $50, я еще куплю одного робота. И таким вот образом мы зарабатываем здесь без вложений. Далее, здесь можно посмотреть детали. У меня 20 начислений из 40. Еще 20 начислений, и у меня этот робот, он отработает. Вот, и здесь вся статистика, как бы. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим, друзья, мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!